Здравствуйте, друзья! Рад вас приветствовать у себя на сайте, у себя на видеоблоге vikant.info. И сегодня ответ на такие вопросы, письма, которые часто ко мне приходят на почту. Письма примерно такого содержания. Здравствуйте, Виктан! Ну, вот это последнее, я последнее цитирую. Здравствуйте, Виктан. Скорее всего, вернее, я чувствую у себя там некоторые способности, особенно в последние пару лет. Дело в том, что как только мне предстоит там поговорить о чем-либо с подружкой, о каких-то либо девайсах или о своих желаниях ту или другую вещь купить, сразу же у меня появляется в телефоне нужная вещь. А мне предлагают те или другие магазины. И человек задает вопрос с просьбой там обучаться, с просьбой то, что у нее там невероятные какие-то способности и так далее и тому подобное. Спешу расстроить, если честно. Дело в том, что это не скрытые способности. Это просто современные технологии. Современные технологии, которые говорят о том, что нас прослушивают. Есть система поиска ключевых слов, которые там приводят, там, к примеру, шуба норковая, да, вот человек там разговаривает, норковая шуба, все, ей будут предлагать норковую шубу. А человек там разговаривает, там, допустим, хочу там сделать массаж, к примеру, да, и там раз, там, массаж в вашем городе, там, хочу колье, там, и там, ювелирные изделия и все остальное. Девочки и мальчики, это не способности, это современные технологии. Так устроен мир, что нас слушают, прослушивают, мешаются в нашу личную жизнь, наши желания и так далее и тому подобное. Вообще современному человеку, по сути, не надо ни третий глаз, ни ясновидения, ничего. Почему? Потому что, ну, ему не надо смотреть на закат, какой закат, изучать погоду, изучать природу. За это все делают, опять же, такие гаджеты. То есть вы же погоду смотрите на неделю вперед, вы смотрите, допустим, прогноз погоды, а вы не ощущаете на себе, там, как вы чувствуете. Только вы ощущаете, когда плохо себя чувствуете, вы берете тонометр и меряете давление. А ведь раньше предсказывали это по собственному самочувствию, прислушивались к погоде, к ветру, там, к небу, на небо смотрели и так далее и тому подобное. Современный мир кишит гаджетами. Поэтому ни о каких способностях сейчас, предсказаниях, по сути, говорить не стоит.